В день празднования юбилея столицы Чувашии центр города уже по сложившейся традиции превратится в импровизированный творческий бульвар. Предприятия, спортивные школы и творческие коллективы представили здесь свои площадки. Свою продукцию представил и коллектив «Техмашхолдинг». Завод прошел проверку временем. Первый станок здесь был выпущен 56 лет назад. Станки для текстильной промышленности «Техмашхолдинга» давно стали брендом, маркой чебоксарских машиностроителей. На данный момент востребована самая продукция, конечно, это... На станке такого спроса, как заранее это было в советское время, у нас, конечно, нет. Мы выпускаем их только конкретно по заказу. К сожалению, в последнее время станки выпускаем для России. В основном только для технических тканей, вот типа этого, значит, который сейчас недавно демонстрировался в Барселоне, в Испании. Отзыв очень был хороший. Ну, а в основном станки делаем ткацкие 280-е и 540-е. 280-е – Узбекистан и Турция у нас основные потребители, а 540-е – это Россия у нас, это да, технические ткани. Развернулся на творческом бульваре и импровизированный полевой госпиталь. Именно так лечили раненых солдат в годы Великой Отечественной войны. И это неотъемлемая часть истории нашего города. Мы развернули здесь госпиталь времен Великой Отечественной войны. Наша молодежь очень интересуется этой темой, очень интересуется тем, как проводились перевязки, какое оборудование было, какой инструментарий был. Все то, что связано с войной, нашу молодежь очень-очень интересует. И поэтому мы сейчас вот здесь и показываем все, как было. Были представлены горожанам и спортивные площадки. Приняли участие в проекте также воспитанники спортивной школы имени Валериана Соколова. На этой площадке для жителей столицы нашей республики выступает следующие виды спорта – бокс, Морозов Евгений, панкратион, шу и тайский бокс. Представили горожанам свои творчества и участники фолк-оркестра «Тимония». Яркое и звонкое звучание народных инструментов нравится многим ребятам. Так музыканты поздравили с днем рождения любимую столицу. И Чебоксары всегда вдохновляют творческих людей. Мы хотим поздравить всех жителей города Чебоксарского. Мы хотим, чтобы наш город всегда процветал, всегда радовал, чтобы всегда с удовольствием приезжали с разных городов и как бы радовались нашим городом, гостеприимству и нашим красотам. Арт-проект «Творческий бульвар» объединил всех талантливых людей города. А такая прогулка зарядила чебоксарцев и гостей столицы положительной энергией. Елена Яковлева, Евгений Дмитриев. Жизнь столицы.